Друзья, полицейские установили всего две рамки металлоискателя. Очень медленно проходит ШМОН, осмотр плакатов. Люди собираются со всех сторон. Много человек пришло на монстрацию. Много людей с абсурдными плакатами. Вот, допустим, плакат «Хватит водить нас за нос». Портал «Активатика», скажите, почему вы пришли с таким плакатом на митинг? Потому что этот митинг – это единственный митинг, в котором нет политики, и каждый может высказать то, что волнует его лично. Вот это волнует нас лично. Это не про политику, это про нашу жизнь. Спасибо. Я не знаю, я правильно не хочу. Слушай, у тебя есть ватман какой-нибудь? Плакат «Ослика», наш кандидат. Здравствуйте, портал «Активатика». Почему вы пришли с таким плакатом на демонстрацию? Мы пришли не на демонстрацию, мы пришли на монстрацию. Супер. Что вы ожидаете от этой акции? Веселье. Веселье, да? Супер, спасибо. Я пришел на демонстрацию, чтобы сообщить всем об этой важной теме. За киноцентром, где сейчас через рамки проходим, где пихают открытие. А ты сегодня с кем? Я просто в шоке от того, что я имею в виду. Да, мама не всегда. Я хочу просто встречать себя. Я тоже помню. Нет, давай, дай. Будет много других. Не-не-не, а каждый год живой. Живой-то я впервые, я думаю. Нет, сначала ставки, потом на ну, по идее, так должно быть. Колонна монстрации вообще в самом конце. Людей просто очень медленно пропускают.
тому же Зомеру. Привет. Вот он, главный Акемовец в России. Потом я орден вручил. А что, было такое? Было. Нормально. Вез вклад в борьбу. Ну, Красноярский, что там? Елизарьеву, знаешь? Не, вот. Девиз. Женщина нет такая. Она не совсем молодая. Вышла сейчас на связь, Евгений. Какая-то местная активистка. Ничего не? Или ты там сейчас не осветишь? А Рома Бурлак, ну, я сидел, когда мне кто-то там где-то сказал, я там удивился. Да, жаль, конечно. А кто там, Сковородников был там, да? Он да, он там был. Так, по музыке. А? Не, ну кто движуху врос, он уже полностью от него выйти. Ну, бывает совсем, но это редко. Как-то люди шевелятся. Слушай, с ветераном вожу. Ладно, пойдем туда потерять. Да ладно, Это очень близко. Вот какая прелесть. Правдорубцу нашему. Да, правда, близко, Господи. А, спасибо.
Тут, видимо, пока всех не пропустят через рамки, демонстрация не начнется, хотя потом всех будут выпускать. Давайте пока не уходить, потому что потом Олег Бензан выставит. Да, 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 я сейчас даю. Нас не втиснут, правда. Тут без рамок, нам не шмонает сумки. Просто они не успевают через те рамки всех пропустить, уже открыли здесь проход. Скоро начало. Друзья, сейчас я проберусь через коммунистов в колонии монстрации. Привет, здравствуйте. Привет, скажи, почему ты пришел на акцию? Ну что же, 1 мая это не только праздник коммунистов, это праздник любых людей, которые трудятся, которые приносят пользу этому миру, этой планете. И это праздник тех людей, которые борются за права простых людей, а не олигархов и не приспешников власти. Поэтому сегодня мы протестуем против пенсионной реформы, так называемой, против поднятия пенсионного возраста. Протестуем против пыток, дискриминации, против того, что в нашей стране есть политзаключенные, в том числе граждане соседней страны, за которые мы очень болеем. И надеемся, что в Украине все получится, и у нас после этого тоже все получится. Спасибо. Во время до 3 часов вы имеете право сделать любой звонок. Если у вас нет телефона, я вам говорил, то вы можете сделать звонок вашему другу или родственнику. Я тоже хотела вам поздравить. Есть все шансы найти сразу. У монстрантов самая массовая колонна. Потому что не левые. Australia. She's straight.
Привет, портал Активатика. Скажи, что у вас за колонна? Я сначала думал, это монстрация, а это еще не монстрация. Это вообще не похоже на монстрацию, какая-то монстрация. Это психоактивно колонна людей с психическими расстройствами. Угу. Не знаю, что еще. Да. Вы первый раз вышли с такой колонной на монстрацию? Ну как-то мы первый раз вышли. Мы не вышли не на монстрацию. В прошлом году нас очень жестко задержали, об этом писали просто все. С этого момента мы существуем, и вышли сегодня здесь. Такая супер. История, да. Да, и здесь, собственно, плакаты у нас единственные про ПНИ, про лишение дееспособности, про дело Дарьи Беляевой, которую, в общем-то, судят за антидепрессант. Вот, такая история. Все, супер, спасибо. Давайте! 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 Давай
приговор! Москва не 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 приговор! Россия без пудинга! Опасно! Сказочному президенту! Осторожно, метамодерн! Осторожно, метамодерн! Осторожно, метамодерн! Осторожно, метамодерн! Осторожно, метамодерн! Осторожно, метамодерн! Мир, труд, за май! 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 А давайте еще раз, я не успел записать. Ну, Барзамая, ну классно. Я ему отправлю просто. Кто проживает на дне океана? Спасибо.
Здравствуйте. О, привет. Отменить 282! 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 Безрочный протест! 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 Безрочный О, привет. Вот это молодой человек. Иди, пожалуйста. Я пробежал. Выше, выше, черный флаг! А вот веганская колонна. Давайте попробуем. Отбирать права по критерию расы? Несправедливо! Отбирать права по критерию пола? Несправедливо! Отбирать права по критерию вида? Несправедливо! Вперед к веганскому миру! Вперед к веганскому миру! Кому принадлежат жизни животных? Животным! Кому принадлежат их тела? Животным! Кому принадлежат их дети? Животным! Кому нужен твой голос? Животным! Что им нужно? Веганство! Что им нужно? Веганство! À la fin. Чего мы хотим? Веганство! Чего мы хотим? Веганство! Что там, долго еще? Короче, ОМОН пока шел сюда, говорили что-то про правый край колонны и так далее, так что, видимо, здесь будет грядка этих друзей, там уже да. Целые выводы. Что-то да. Очень долго и очень медленно, что-то у меня тремца повесило. Если ты любишь животных, приходи на веганство. Если ты любишь справедливость, приходи на веганство. Если ты против насилия, приходи на веганство. Если ты против дискриминации, приходи на веганство. Вперед к веганскому миру. Вперед к веганскому миру. Thank you.
относительно. Другой чувак захватил бы все, да, я думаю, да. Свободу! Осаду! Свободу! Осаду! Ни в какого!
веганская колонна. Ради своего удовольствия. Удобство, развлечение или удовольствие не являются необходимыми в 21 веке. В 21 веке мы можем отказаться от всей эксплуатации животных. И именно за это мы здесь выступаем. Пишите, 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 п
обследованы. Смеются недообследованные. Вижу себя, а не людей. Нет репрессий в стране! Нет репрессий!
запретить! Хоть веди, хоть не веди! Интернет не запретить! Интернет наш! Интернет будет свободным! Интернет будет свободным! Интернет будет свободным! Интернет будет свободным! Свободу Азату Мефтахову! 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 Неверного на свободу, провокатора под суд! Я с провокатором.
Мы не поиздеваемся, я антифашист не преступление! Антифашист не преступление! Антифашист не преступление! Антифашист не преступление! Давай, бессрочный протест не преступление! Алета! Алета! Антифашиста! Алета! Бессрочный протест не преступление! 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 Нет войне пропаганде! Нет войне пропаганде! Нет войне и пропаганде! Нет войне и пропаганде! Нет войне и пропаганде! Нет войне и пропаганде! Дело сиди, позор России! 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 Дело сети, позор России! Срывайте погоны, вставайте к нам в колонну! 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 Свобода фигурантов! Очень похоже с сычником. Вы прям идете на фигурантов! Свобода фигурантов! Нового величия! Свобода фигурантов! Нового величия! Свобода фигурантов! Нового величия! Руки прочь от детей и матерей! 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 Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Остановите! Давайте бодрее!
Свободу Азату Мифтахову! 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 Свободу болит заключенным! 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 Дело сети, позор России! Дело сети, позор России! Дело сети, позор России! Дело сети, позор России! Мы здесь власть!
Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Долой полицейское государство! Долой власть чекиста! Долой власть чекиста! Долой власть чекиста! Долой власть чекиста! Больше власть чекиста! Мы мечту свою не бросим! 5, 6, 7, 8! Мы мечту свою не бросим! 8, 9, 10! Остановим рабство вместе! 8, 9, 10! Остановим рабство вместе! 11, 12! Отменим эксплуатацию! 11, 12! Отменим эксплуатацию! Насилию мы положим конец! Дигарство! Революция! Насилию мы положим конец! Мама, я иду пить пиво!
Всем пока! Оба! Ну что, пойдем? Я развязываю. Блин, ну тут должно было бы записано. Да, скажите. Монстрация закончилась, а там проходит митинг леваков. Алло, Андрей. Монстранты не пошли на сам митинг. Они флаги республики. Если вы любите бесить подъезды, если вы любите делать плохое, тогда присоединяйтесь, пожалуйста, к нашим отрядам и let's make panic webs. Колонна веганов тоже не идет к левакам на митинг, уходит, прошли шествием и все. Большинство так и делает, чтоб не слушать скучные коммунистические речи. Пока приостанавливаю трансляцию, буду находиться на месте. Если будет что-то интересное, непременно включусь. Обязательно ставьте лайки, расшаривайте трансляцию, подписывайтесь на страницы Активатики. С вами был Денис Стяжкин. До скорых встреч!